Здорово, народ. Попробуем посмотреть, что там за босс. Мне так кажется, что это другой босс. Тюрьма смотрителя, да. Этого я еще не видел. Ну, окей. Я-то думал, тот будет. Дайте мне обратно того. А ты какой-то не очень. Угу. Дай, блядь. Это ж не к добру. Бля. Куда тебе стрелять-то надо? Пузень. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, еще призывать будешь кого-то, небось? Ау. Ау, больно, зараза. Ау. Блин, с арбалетом тут не очень, не очень удобно. А, вот, вот о чем я говорил. Я сейчас заюзал спел и не успел перекатиться, пока она ручку тянула. Так, ну понятно. Давай-ка это, наверное, уберем. Хотя... Кто сейчас так хыкнул? Огненный выстрел. Грозно кто... А, это босс рычит так. Хоу. Не балбес. Он бронированный, короче. Ему урон нифига не входит. Yeah.
по два урона ходит. Есть. Ах ты падла, ах ты падла, ах ты падла. Нормальный такой, мне нравится. Плохо было. Не-не-не-не-не. Хорош, хорош. Хорош, собака. Что мне тут может помочь? Хорош. Это лучше, чем тот, который был. Тут, наверное, дробовик вообще прикольно будет. Обморожение, понятно. А у меня обморожение не стоит нифига. Ну понятно. Надо обморожение поставить. Угу. Так, когда оно... Вот это, да? Мороз
очень рада. Ох, ядрит твою мать. Ох, ядрит твою мать. Вообще не к добру это. А, ну, надо перекат сделать. Ай-яй-яй-яй-яй, ну блин. Как так-то? Как так-то? Мощный, зараза. Такой, такой прям, такой прям, ух. Дядька хороший. Ладно. Тут, наверное, удар в спину будет прикольный. На этом боссе. Гори, гори. А он горит вообще? Горит вроде. Да как? Я прыгнул. Блин, ну это плохо. Ну да. Very bad. Боезапас, да. А, что я хотел поставить? А, удар в спину у меня-то был. Включает урон от бою, включает эффективное нанесение, включает эффективное нанесение. От стихии на 10. Ну-ка, может, вот это поставить. Да еще до спины-то попробуй доберись. Ау. Не, надо, наверное, лучше от стихи поставить урон. Пусть горит. Да-да. Я думал, он застанился.
это плохой трай. Бака. Ага. Назад перекат сработал. Ага. Блин, он еще и второй раз бьет. Зараза. Так, надо от стихийного меч поставить, наверное. Этого рагу мусорного зуба, интересно, нету нифига. Че, если я вот это сожру? Да на блять, ты можешь быстрее свои спелы кастовать? Видимо, нет. Патроны собирать. Гори, 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 собака. Да как? Я же прыгнул. Блин, ну он жирный, а.
Собака страшная. Блин, сколько урона я вообще не вижу. 89, серьезно? Блин, у него походу и уязвимых мест-то нету нифига. На спине 40. Ага, вот, ну, в спину попал, весь 50. Да ну, блядь, прыгнул же. Бля, как я достал-то? На, Надо бы, конечно, смотаться к мусорному зубу, рогу купить и не парить мозг. Ау. Ау. Блять, это, конечно,
кажется, у тебя проблема, девонька. Так, я сейчас... Блин, а я не смогу теперь к мусорному зубу сходить, потому что это контрольная точка, твою мать. Лечись, алло. Да ну нет! Да блять, да как? Ну я же жал перекат нон-стопом. Сука, вот когда на него не смотришь, оно нихера не инвейдит его. Так. Ясно все. Что-то не ясно. Ну-ка. Вот этот пистолет хорош тем, что он удар по площади делает. А у него уязвимость на спине. О, видишь, сколько урона? Офигенно. Я, кажется, нашел способ его... Ой, маленький. Да ты сейчас насосешься. Да ну блин! Я же прыгнул! Блять, понятно все. Ну понятно все, короче. Тут защиту от холода надо. У меня эта броня вообще от холода, а, ну по нулям. Снижает сопротивление всему стихийному урону. На 3 минуты все.
Блин. Тут, наверное, пораньше надо прыгать. Блин, ни хрена не видно его еще. Где он там? Нет, ну как? Ну я же прыгнул, я же прыгнул. Блин. Ну нахрена этот туман нужен? Он... Ну не видно же, куда бить. Ну что за... Что за параша? Блин. Зараза. Зараза. Не помещается. Блять. Не, тут рагу точно поможет. За ним надо бежать. Потом обратно сюда прибежать как-то. Какого хрена ты делаешь, а? Блядь. Это просто забей. Во всем, в чем мог, застрял. Сначала пускаем вот эту вот фигню, короче. Так. Перету. Блять. Я плохо тайминг пистолета знаю этого. Не говоря, вообще никак не знаю. Блин, патронов нет. Не хватает места. Да ну блин, ну а как? Твою мать. Я нажал перекат. Нажал. Я нажал off тайминг. Но тут тайминги дебильные. Потому что визуально надо раньше перекатываться. Если жить хотите. Хотя вот этот удар нормально инвейдится. Доджится, перекатывается. Урона, короче, хватает, не хватает защиты. Возможно, скорострельности.
Блять. Блять, да как? А не-не-не-не. Блять, да как? Ну понятно все. Ну тут да, защита, конечно, нужна. Интересно, этот пистолет за огнестрельный считается или нет? Всегда не спешает. Ну я тут надолго. Не, ну урон прям нормальный. Не хватает места. Придется, наверное, мне его апнуть пойти. Купить рагу мусорного зуба. И тебе пиздец, парень. Да, блядь. Рюкзак забит. Фу, еб. Нет! Не хватает места. Не-не-не-не! Блин, обморожение это гребаное. Я с обморожением ничего не знаю. Бля. Я прыгнул. Я прыгнул, блядь. Знаю, похуй. Ладно, короче, я знаю, что делать. У меня место кончается. В следующий раз добьем. Пока.